и цифровой буран добавили, и все. И сколько там, блядь, не знаю. Может, хватит уже цели? Да нет, ты что так рано, блядь, время-то детское. Давай дальше, что ли? Ой, бля. Что делать-то? Спать? Да не хочу я спать, я заебался спать. А я-то хочу. Я, блядь... Еще 20. Ты спишь, знаешь сколько? Вот ты живешь на планете Земля. Сколько лет? 24, да? Да? Сколько тебе? И вычитай где-то лет 10 своей жизни. И это сон. Ты 10 лет спал. Ну даже нет, лет 7, может быть. Спал. Потом еще несколько лет занимался фигней. Какой-нибудь там выиграл, да, например. Или еще что-нибудь. Вот, смотри, сейчас будем ебашиться. Потом ел. Да какой ел? Это, блядь, который КС снимал? Последний раз я видел в 2012 году, а потом недавно, блядь, выпустил продолжение третьей части. И, короче, блядь, дальше он играл в Science Roof чуть-чуть. И сейчас вам кинули бомбу и тянет суперсилы, ебать. Есть. А, уже нет. Так. Супер пауэр. О, на русском все поет, слышишь? Ой, инопланетяне вернулись. Прикольно. Ну что, ты где там? Бегу. По лестнице? Нет. Бля. Поднимайся по лестнице. Сейчас будет 4 часа 2 будешь подниматься. Потому что я уже сел. На что еще ты сел? Я упал. А ты как сел? Не знаю, телепортировался просто. Ну что, стреляй? Не стреляется. А как? Где пушка? Зажимаешь, стрелять и все. А, целься. Вокруг то, что летает. Знаешь, да? Или нет? Нет, не знаю. Нет, не знаю. Как знать? Вот, сложно знать. Короче, такие стрелочки над машиной. А что такое стрелочка? Я не знаю, что такое стрелочки. Блин. Че их так? Ну ты че никого не убиваешь? Да я смысл, я убиваю, а вот тут его убил. Да ты куда-то там в воздух мочишь, вон тут. Так кого надо, куда. Вот стрелы. Так в воздухе питается. Вот, вон. Рядом с нашей тачкой, ебош. А, блядь, ёб. Сука. Защитить же надо.
Ёбаные трубы, ты их сюда посадил. Так, деревья. Так. Вон там эти хуёвенности. Right. Oh, look, a cat. Is this a pet store? Cat? Fuck, of all the buildings and stupid holy cries I'm getting. Your ethical reality climax. Who names this shit? Follow me. Of course. Dude, this is, блядь, это в игре такое. Doesn't matter, the thing just found it. У меня в наушнике. Мне игра это через динамик, а скайп через наушники. Понимаешь? Так. А, вот. Так. Где там босс? Босс? The game is on. It started by itself. I can't shut it down. Ladies and gentlemen, welcome to a very special episode of Professor Genki's Super Ethical Reality Climax! Shit! The floor is active and the doors are locked. Nobody gets out. Including us. Until that is, the contestants rack up enough points to fill the thermometer. Shit, I'm down. Let's do this! You can be the president. Look at all the contestants today! And all new targets as well. The Zen Empire have taken it upon themselves to face the challenges. Truly, a bold move on their part. You're not kidding. The Zen are the fiercest opponents in the universe, Bobby. They should be a tough fight for the Zen. Так мы еще не прошли, сейчас. Придем. The Zen are falling over the might of these contestants. They sure are. Так завтра пройдем. Да мы не пройдем завтра. Да как не пройдем? Почему? Не знаю. Придумаю что-нибудь. Я же не завтра уезжаю. Еще 5 дней. Just a little bit longer. Ну, 4 дня. Четыре дня еще, мы успеем. Бля, да. О, Генки бегает. Гена. Геннадий. Тоже зеленый, кстати, как крокодил. Так. Что, живот заболел? Takes a particularly skilled player to take on Professor Genki. Especially after facing the considerable might of the Zen Empire. Of which we are required to extol the virtues. And there you have it, folks. Genki is down. Down, but never out, Zach. So true, Bobby, so true. Уже били Генки, нет? Ладно. Is that all? Это Гренки. Oh my gosh. Yeah. Let's get to the prize room. Гренки. Сухарики. Три корочки, да. Хрустим. You know, I generally don't like getting involved in these things, but this is really exciting. Genki, focus. What do we do now? Ben's plan was to overload the simulation.
We can still do that, but not if the Zin know where everyone is. You don't, right? Yes, but I need to get back to the ship so I can find a way to cut them off. Once that's done, it's just a matter of finding the weakest point in the simulation. Get us to a safe spot so we can get back to the real world. So close. Pierce and I are pulling out of the simulation. Meet you back on the ship. Where's the static coming from? How did the Zin find us? Well, your hideout was safe, kid. Главный. А чего вы не убиваете? Да нормально, пацан. Наконец-то. Можно спать теперь. Да, бля, это миссия, что ли? Вообще издеваетесь, что ли? Я думал, все уже. We have to hold the room. Fuck that. I'm not waiting for them to come to me. А у них суперсила только в симуляции, да? Да. Понял. Так. Situation. Shit, I forgot Mr. Deus Ex Machina was even on the ship. A Zin transport has attached itself and is dragging us toward what I assume is certain doom. So what would we do about it? If I were you, I would deal with the strange heat signature by the cargo bay first. Cargo bay? Fuck. Let's go! Get off me! Shorty! Okay. Everyone's fine. The Zin grabbed me and... Hey, Sid said something about heat signatures. One of them put a device on the wall. I'm not sure what it is. We got mom here. No. Yeah. And the Она долгая вообще, нет? You thinking what I'm thinking? Это конец, наверное. Ну, короче, давай втаскивай петарду. You got a specific thing you want to blow up, or just shit in general? Kinsey, what's the weakest point in this ship? Yo, boss, Kinsey's...
Look, we'll just find the biggest, glowingest thing on the ship and stick the bombs to that. Как будто бы это финал, знаешь, уже. These Zen sure do make a good argument for murder. Well, they're nothing compared to their leader. I'm gonna enjoy every second of tearing Zenyak apart. Take your time, huh? That sounds like a plan. Any chance? I'm gonna rip Zenyak's goddamn head off. Well, where do you think the Zen have kin? I don't know, but when I find Matt and Asha, I'm gonna beat that information out of them. Yo, we got some alien gun over here. Что такое? Да пистолетик. Чё он? Ау. Как мельник. А, блин, надо же было. Если пистолетик. Это из него музыка идет? Не. Это музычка из... четырех винтов, где там видос будет. Такой есть видос? Наверное. Я думал, ты знаешь, как у нас. Так можно сделать самим, где все. Будет. Четыре винта? Поставил петарду. Ну что, побежали? А что ты медленно бежишь? А что тебя пиздит? Знаю. Флай-руль. Хуякс. Злодей, потому что... Я слышишь? Я застрял. Ну все, пиздец. Вон я. Спустя, блядь. Все. А, не, нормально. Я думаю, трое опять какой-то лаг. Опять назад начинается. Я бы точно спать пошел. Вот пока вроде не зависли, будем ебашить. Вот смотри, читай, видишь нас этот сюжет пиздатый. Да что там читать? Сюжет вообще нихуя не понял. Вот мне не интересно играть. Это и надо было читать. Мне просто неинтересно, как ты даже, знаешь. Да, блядь, там чуть-чуть осталось, ебаный рот, ты чё гонишь? Я просто скачал, чтобы этот полетать в городе там чуть-чуть. Осталось, типа прототайп. Осталось, блядь, 20 миссий, ебаный рот, ты чё? А сюжет. Да не, альт. Сколько? Альт, F4, короче, нажимаю, и себе 20 миссий. Нахуй, ты чё гонишь? Ебаный насос, блядь. Ты чё гонишь, ты? Давай спать, что? Да нахуй спать. У меня, у меня рот уже не открывается. Просто пиздец. Я не знаю, нет. Ой. Ой. Еще. Ой.